Я хочу запрограммировать мультики. Гоночную машину, чтобы она сама ездила. Моя мечта — сделать какую-нибудь игру-боевик, где были бы баталии танковые или сражения кораблей. Я хочу запрограммировать мультик и игру на прохождение с вариантами, потому что, мне кажется, она становится более интереснее, можно проходить ее несколько раз, создавать разные концовки. Потому что там, тут учат программировать. Ну, потому что там мы работаем на компьютерах, а в школе только пишем. Ну, или считаем.